Друзья, всем привет! Приехали на ферму, и дочка хочет купить дерево для посадки. Вот, перед домом. Ну и вот мы ходим тут, смотрим, что к чему, какие бывают. Но цены так. Не сказать, что дешевые, но умеренные такие. Ну, 200 долларов там. Ну, смотря какие. Ой, вот это вот. Смотрите, мягенькая такая. Рада, вот это не нравится? Ну, вот, а так вот купишь, и вот так вот будет. Тоже не нравится мне. Надо, чтобы вся пушистая была. Вся пушистая. Сколько вот такая стоит? Красавишна. Черт его знает. Они меряют ее. Меряют. И неизвестно. Угу. Да я даже в них не разбираюсь. Где тут сосны, где тут елки, где метелки. Вот видите, покупают люди. Мы приезжали, еще было тепло месяц назад. Все было засажено, люди разбирают. Вот тоже какая-то елка, не елка. Ой, на лиственницу не похоже, лиственницы не такие. Вот. Ну, еще мне хотелось купить маленькую елочку. Маленькую. Ну как маленькую? Не маленькую, а поставить в вазу, посадить ее. Вот. Вот она пошла вот туда смотреть. Вот здесь более-менее такие ровненькие растут. Сегодня у нас середина ноября. Ну, заморозков еще не было. Но сегодня плюс 2 только ночью было. Вот. Что-то я даже потерялась. Я их так много. Ой, вон с той стороны, по-моему, ровней. Вот какая-то вроде. Так, 300 долларов. По солнцу. Ну, не знаю, снизу она, видите, не очень пушистая. Хорошенькая так. И вот это дерево мне нравится. Вот тис ягодный. Хотела сделать тип того. Тип того. Сколько стоит? Ой, ну красивая вот. А если перед домом садишь, вообще она такая. Какая интересная. Ну, вот это вот тоже симпатичненькая. Вот эти вот. Да. Вот теперь ходим и думаем. Но почему-то она, смотри, только концы голубые, да? А та вся голубая. Это другой сорт, а и пушистая, это более тонкие веточки, а вы такие уже пушистые. У нас, друзья, сегодня передали сильный ветер. Ой, как тучи бегут. Смотрите, как быстро. За секунду сколько. Ну, не сильно, 46 километров в час, ну, конечно, сильный. Ой. Прям ветки шумят. Так темно, пролетает дождик. А вот мое новое приобретение, не мое, дочкина. Вчера купили елочку. Сделаю вам сегодня обзор. Ну, не сегодня, наверное, завтра. Сейчас солнышко выглянет, немножко ветерок утихнет. И сделаю две елочки. Просто вышло снять непогоду. Сейчас, представляете, время около 12, час дня. А темно, как будто вечер. Лампы везде горят даже. Лишь бы свет не отключили. Вот американский флаг наш так дует. Вот. Вот такая вот непогода в Огайо. Непогода. Смотрите, друзья. Вот. Все даже разбило. Упал подсвечник. Разбило подсвечник.
и все, пошел какой ветер с дождем, какое похолодание, смотрите. Вау! Дубак. Так, друзья, приехали мы домой. Прервалась моя съемка, потому что сдохла батарея. Ну и вот. Ну, мы в итоге купили две елки. Естественно, не я, а дочка купила. Вот. И я сейчас вам их покажу. Что мы выбрали? Мы выбрали одну такую пушистую. Была такая шикарная елка. Но все уже взяли, а потом рабочий говорит, а она уже продана. Ну и обломали. Ну, короче, все обломали. Но мы взяли другие две. И я сейчас вам покажу. Та-да-да-да. Это ее посадили. Ну, мне кажется, так высоковато ее посадили. Она была с комом. Вот. Они говорят, что так надо садить ее. Не знаю, почему они так сказали. В общем, вот она такая высокенькая получилась. Елочка наша. Это Blue Colorado сорт. Вот. Стоила она $239 без налога. Вот. И вот вторая вот такая елочка. Это, конечно, не Blue Colorado, но хорошенькая. Это стоило $109. Вот. Они привезли, все посадили, привезли на грузовике. За это все дополнительное доставка. А вот эти теперь азалии, вот видите, одна азалия и вторая азалия, они теперь ей очень мешают. Ну, установится у нас погода, и я буду выкапывать их и пересаживать отсюда. Вот сейчас посмотрим, что с этой стороны. Я еще сама не видела, вчера тут убирали листья. Потом приехали эти рабочие. Сегодня у нас непогода. Вот солнышко чуть-чуть выглянуло на секунду. Хотела вам заснять. И не успела, пока телефон взяла. И вот так вот получилось. Ой, ну вообще красиво. Так что в этом году будем наряжать. Вот. Ну и сейчас дожди кончатся. Я здесь все вычищу. Гортензии, обрежу эти шапки. Все равно их, если снег будет, их просто-напросто прибьют и завалят. Уже некрасиво как бы, да? Вот, но ту елочку почти не видно. Ну, подрастет. Вот, это можжевельники казацкие. Я приезжала, чуть-чуть постригла. Чуть-чуть. Так что на следующий год надо опять стричь. Я не знаю, дочка будет стричь. О, солнышко выглядывает. Елочку почти не видно. Почти не видно. Вот. Две елочки. И в итоге, ребят, они же посадили. За посадку берут столько же, столько стоят елочки. В итоге дочь отвалила $694. Как с куста. Как с куста. Но она счастлива. Мы давно об этом говорили. И она счастлива, что вот эти елочки, хотели елочки перед домом. Дом-то как-то, ну, не ахти выглядит, знаете, как будто он из вагончиков сделанный. Не нравится мне, ну, что есть, то есть. Внутри, да, планировка хорошая. Вот так. Ой, ну красота. Красота, и ель, конечно, красивая. Сейчас еще вам пофотаю и покажу, как это выглядит. А заодно, ребят, посмотрите,
Здесь же озеро Эри, ну, километров 10 отсюда, даже меньше, километров 5. И вот как тучи откуда-то с юго-запада. В принципе, ну, сегодня будет ночью всего лишь плюс 2, почти что заморозки. Но видите, трава зеленая, снега нет. Вот у нее еще тут азалии растут. И здесь я посадила метельчатую гортензию. Ее надо делать срочно обрезку. Вот здесь один и второй куст, вот где палочка стоит, пионы растут. А буду пересаживать азалии вот, наверное, туда тоже под окно, рядом с теми азалиями. Потому что они так цветут красиво. Ну, не знаю, не сегодня. Ну, вот так, ребят, ставлю фотографии. На этом все. Мой обзор поездки в садовый центр, на садовую ферму. И показала наше приобретение. Красавицы голубые ели. Вот это голубая ель, Blue Colorado.